Самозанятость – это особый налоговый режим, который действует уже более 3 лет. Официально он называется «налог на профессиональный доход», и славянцы уже смогли воспользоваться новыми возможностями для занятия интересующей их деятельностью. В Славянском районе предприниматель Виолетта Меньшикова реализовала проект развивающего детского отдыха во время школьных каникул. Это хобби-клуб «Городские каникулы». Здесь стараются укрепить эмоциональное здоровье детей, уйти от чрезмерного увлечения различными гаджетами в мир творчества и созидания. Во время каникул клуб предлагает интересные программы для юных славянцев в возрасте от 9 до 13 лет. Развивающие программы – это сочетание активного отдыха с элементами обучения. Конечно, мы открыли уникальную программу развивающего детского отдыха полного дня пребывания. Это говорит о том, что мы работаем практически 12 часов с детьми с 7:30 и до 7 вечера. Дети у нас каждый день занимаются танцами, практикуют в игре английский язык. Мы выходим с ними на экскурсии в интересные локации города. У нас много арт-мастерских, различных мастер-классов, психологических, профилактических тренингов. Самозанятость помогает Виолетте Меньшиковой обеспечить оптимальный режим налогообложения и тем самым экономическую успешность своего непростого, но очень необходимого славянцам проекта. Я в налоговой открыла статус самозанятого, и в рамках этого статуса я веду городские каникулы. Это помогает мне реализовать мои задачи, мои цели с наименьшими затратами. Детвора, которая занимается в клубе, с нетерпением ждет каникул, чтобы окунуться в атмосферу игры и отдыха. Новые друзья, положительные эмоции, полезные увлечения. Что может быть лучше? Я сюда хожу уже почти год. Мне здесь много нравится. Тут очень вкусно нас кормят. Очень интересный квест и много очень игр. Мы здесь все вместе, все развлекаемся, и мы очень часто находим новых друзей. Я хожу сюда с самого первого дня основания. Мне здесь нравится, тут очень вкусно кормят, интересные всякие тренинги, тут вожатые есть. Я жду каникул, потому что мы тут играем в войнушки, играем в футбол и делаем разные квесты. Мы летом ходили в гончарную мастерскую. Мы там делали вазочки для конфет. В хобби-клубе «Городские каникулы» общими усилиями создается комфортное для каждого ребенка пространство. И ребята, конечно, это чувствуют. И еще их привлекает открытие новых возможностей проведения досуга. Ко мне приходят и мои дети, и дети с нашего города, кто хочет активно, весело, развивающе провести свои школьные каникулы, так как мы работаем в период всех школьных каникул в течение года. Каждую неделю каникул у нас новая уникальная тематика. И на лето у нас разработано уже много новых недель. Зеленый свет зажигается здесь благодаря поддержке государства для самозанятых в этом уютном доме для хорошей инициативы, которая пришлась по душе юным славянцам и их родителям. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».